Если верить этому, скоро в зоне начнется настоящая война. Это дневник стрелка? Где ты его взял? 2 дня тому назад на юге зоны он умер у меня на руках. Он уходил от погони. Мародеры сели ему на хвост. Стреляли они метко. Так, больше шума. Но одна шальная пуля зацепила одиночку. Уже будучи при смерти, рассказал мне, что нашел слезы неба. Мы собрались там 24 июня, как только подтвердилось существование артефакта. Всех подняли с утра по приказу, 4 часа в пути, и вот мы здесь. Старая заброшенная ракетная часть, она уже давно забыла про существование людей. И где-то здесь, в этих безжизненных бункерах, мы должны были найти слезы неба. Но оказалось, искали не мы одни. Сюда стянулись все. Свобода, мародеры, долг, военные. Ужас поселился в этих краях. Целых 2 дня шла бойня. Огромные потери со всех сторон. И все ради этого мощнейшего артефакта. Стрелок его хорошенько спрятал, оставив подсказки. Мы были почти у цели, но отряд военных сделал это раньше. Они нашли то, что спрятал мертвый сталкер. Пустоту. Слезы неба оказались пустым ящиком. Они так и остались мифом зоны и поводом для пьяных баек.